Если вот получается одной рукой взять, ну, сил просто не хватает, и вторая тягивает, да, то тогда берем двумя руками за пояс. Он опять у нас под подвздошной косточкой, да, проходит, мы помним. Берем и делаем такие легкие качельки. Покачиваем, расслабляется человек. И таким образом его напряжение здесь спадает. Что говоришь? Хорошо, расслабилась, да? Вот, видите, результат может быть даже заметен сразу, да, после первого воздействия. Теперь смотрите, вот с лопатками можно еще их раздвинуть таким способом, вниз-вниз обе руки со стола, голова на бок. Нащупываем лопатки, да, и ставим руки крест-накрест. Вот так вот. Это движение мы будем делать на разводку перпендикулярно нашему позвоночнику. Практически это снимает закрепощение мышечное и вот ребра, которые вот сюда близко наседают на лопатки. Да? Стоять можно как с этой стороны вот так делать, да? Так и со стороны головы. То же самое. Но лучше руки прямые и крест-накрест. В конце вашего движения должны полностью выпрямиться. Как предохранитель, чтобы не сдвинуть дальше тело. Попробуйте сделать.